прилетела, остальные не могут. Илья прилетел последним рейсом. Значит, пишут мне гадости некие подписчики в директ. Захожу к этим подписчикам, значит, ноль публикаций, ноль, кто на них подписан, и они подписаны на весь Дом-2. Кто вы? Когда Венц появится? Зачем? Алена, конечно, найдет себе мужика, ей просто не везет, ничего страшного с кем не бывает. А мне хочется просто погулять в парке, поесть макдаки, съездить домой в Лавру. Саш, ты себе не представляешь, как нам всем этого хочется. Все будет хорошо. Пока наслаждайся море, солнце и песок. Все прекрасно. Ледяной горою айсберг из тумана вырастает прическа. Лёшка, Сашенька Черно переживает за тебя, говорит, выздоравливай, котёнок. Тут кто-то пишет, Немесил помогает от зубов. Хорошо, примем меры, купим. Надоело уже это море, Сашка пишет. Даниил. Здравствуйте, куда Маришка делала свою бониту? Как куда она у мамы? И несет его течением по бескрайним, по морям. Лёшка пишет, хорошо помогает стоматолог. Мы как бы в курсе. Только где его взять? Хорошо тому, кто знает. Рожать Оля? Вот давайте у Саши спросим. Я откуда знаю, где будет рожать Оля? Подписывайтесь на мой аккаунт, буду рада. Ребят, подписывайтесь на мой аккаунт, я буду очень рада. Придурялова прекрасно Настя, молодец, что ты налепила манты, но я на диете. Я очень мало ем. Видите, какой киткат теперь, какого размера? Эфир, когда Милена ушла, будет сегодня. Хорошо тому, кто знает. Сейчас вам покажу еще одну масочку. Что вы? Танечка наша, девочка наша ненаглядная, купила и подарила нам с Женей маски. Как раз мне под фильтр подходит. Саш Черной еще рожать рано. Наташ, ты только не обращай внимания на идиотов. Я не обращаю внимания на идиотов. Я что-то изначально загналась, а потом я подумала, вон отседова. Конечно, Екатерина с колонны уже давно ушла. А вот Ашотик нам еще подогнал масочки. Вот такого плана. Ребят, больше не буду делать опросник в сторис. Давайте поболтаем, потому что вопросы одни и те же. Не хочу ни на ком хайповать, не хочу ни про кого отвечать. На одни и те же вопросы смысл отвечать, потому что ну сил как бы нет. У вас орёт, тетфанит. У нас новости показывают. Президент выступает. Я на марафонах никаких не участвую. Ёкаламане, а что это, как это раскрыть-то же? Это там склеено. Извините, пожалуйста, вы знаете? Вот, Ашотик нам приобрел еще, вот такие. Надо ж поноси, сейчас будет нос такой же. Люди в черном. Блядь, кто это звонит? Я. Наташа, говорят, вы выгнали Милену. Говорят, в Москве кур доят.
Вы что, ребят, добрый вечер, что ли, там вообще? По-моему, Милена всем доступно на русском языке объяснила, как это все произошло. Поэтому давайте не будем, что там говорят, а что не говорят. Безус предатель, нет, не предатель он. Где Ашотик приобрел? В интернете. Вот открываете мейл, и кругом эти реклама идет этих масок. Мы-то при чем? Она так говорит. Кто она? Кто она? Кто она? Кто она? Кто она? Маски брали в интернете. Это Милена сказала, что ваше ББ в этом помог. А, понятно. Здравствуйте, Сашенька Попов. Саш, как дела? Саш, я за тобой смотрю. У тебя там все вечеринки до вечеринки. Блюменкранц с Левченко расстались. Смотрите эфиры, вы все узнаете. Так, дорогие мои друзья, рыбки мои ненаглядные, я вас заряжаю позитивом. Весь негатив вон от Седова. Желаю вам любви, добра, терпения. Все будет хорошо. Сашенька, я тебя люблю, целую, да, Шанель Тендер. Люблю, целую, до встречи в эфире. Что за духи, Шанель Тендер. Все, всем покасики. Я ночью выйду и буду с вами болтать. Давайте подумаем ориентировочно в 12:00. Виски, кола, королева танцпола, виски, кола. Сейчас покажу духи. Пожалуйста. Шанель Тендер. Всех люблю. Все, до встречи в эфире. Берегите себя и своих близких. Покасики. Лёшка, сейчас я буду лечить котёнка.